Всем привет! Поступает много вопросов про семинар по расстановкам в Алматы. Сейчас попробую на них ответить. Значит, семинар пройдет в это воскресенье, 21 мая. Начало в 10 часов, и работать мы будем, так сказать, до последнего клиента. Значит, что, какова программа? Сначала мы познакомимся, я что-то расскажу про расстановки в зависимости от того, насколько группа знакома с этим предметом. Вот. Значит, то есть сначала какая-то лекционная часть, она, наверное, будет небольшая, и мы потом перейдем постепенно к самим расстановкам. Значит, вот как происходит расстановочная работа. Клиент называет свой запрос, я задаю какие-то наводящие вопросы, мы выясняем ситуацию, и затем я назначаю заместителей для этого человека, для этой расстановки, из числа других участников семинара. То есть есть такие заместители и есть клиент. Вот. И, значит, одна расстановочная работа для одного человека длится час, полтора, иногда два. Вот. Значит, вот я провожу расстановку для одного участника. Затем нужен, конечно, группе перерыв, и мы переходим к следующему. Вот сколько придет у нас участников группы, 5 или 10, или сколько бы ни пришло, мы как бы расставим всех по очереди. Вот. Значит, принимать участие можно только заместителем. Для тех, кто знает, да, что такое расстановки, кому интересно именно прийти поучаствовать, только заместителем тоже можно. Цена участия — это 170 евро по курсу. Извините, я не очень знаю курс тенге. Вот. И 30 евро для заместителей, то есть тех, кто свой запрос не будет расставлять. А можно ли прийти, заплатить заместителям, разобраться на месте, хотите вы свою расстановку или нет? Да, конечно, можно. То есть на месте тогда вы, если что, просто доплатите, и мы проведем вашу работу. Вот. Также, просто для информации, расстановка у меня в онлайн стоит 190 евро. Тоже можно обращаться, все, кто не попадает на семинар, но хочет расставиться, пожалуйста, милости просим, в онлайне я расставляю в любой день, в любое удобное для вас время. Повторюсь, по цене 190 евро. Ну вот, вроде бы все рассказала. Пишите вопросы в комментариях, если что, или в директ. Адрес Гоголя 111. Надеюсь, что всем будет удобно добраться. Но и учитывайте, пожалуйста, что это зал для йоги, и мы будем сидеть на ковриках для йоги, потому что, ну, там, насколько я понимаю, в этом зале нет стульев. Но я буду там в субботу, посмотрю, сделаю видеообзор этого зала, пришлю. Вот, ну просто будьте, пожалуйста, к этому готовы, что, как бы, чтобы вам было удобно сидеть. Все, надеюсь, что до скорой встречи. Пожалуйста, пишите, записывайтесь.